Хотел бы начать стрим с того, что мне сейчас прилетело в предложку. Просто я помню, что ты поднимал тему, что YouTube странно работает теперь, что он может подкинуть что-то абсолютно как бы неизвестное. Если раньше он подкидывал как бы, ну, какие-то вещи такие, все равно с кучей просмотров. А сейчас, допустим, мне он подкинул вот это. Я это не могу с вами не посмотреть вместе. Называется «Видеоприглашение на онлайн-занятие по гитаре. Канал «Студия музыки и вокал» Дарьи Карпушкиной». Ну, давайте посмотрим это приглашение. Привет, меня зовут Полина Федосеенко, и я педагог по электро- и акустической гитаре. Если ты хочешь научиться... Снова еще раз этот педагог. Педагог. Играть стильные рифы в духе Металлика... джазовые композиции, как Чет Аткинс, или тебе нравится звучание поп-треков на гитаре, и уже через несколько уроков ты сможешь сыграть свои любимые композиции. Жду тебя на занятиях! Всем... Да, класс, молодец, удачи, все получится. У вас все получится, моя хорошая, удачи вам с гитарой и так далее. А нота Winter Salmon отличается специально, чтобы YouTube не заблочил. Ну, кто-то хотя бы здесь написал, да, что все не очень хорошо. Но, тем не менее, вот видите, вот так вот. Вот так бывает. Вот это Валилова, да. Вот это Валилова абсолютно, да.